Здравствуйте, в эфире новости спорта, подготовленные агентством «Тюменская арена». Хоккейный «Рубин» едва не совершил второе питерское чудо. Команда Михаила Звягина во втором матче подряд в рамках чемпионата ВХЛ была близка к тому, чтобы спасти встречу на последней минуте. Но если в случае с «Динамо» сделать это удалось, то со «Сканевой» не хватило буквально пары сантиметров. И то, по мнению арбитров. При счете 1-2 в матче против вице-чемпиона высшей хоккейной лиги сибиряки сняли вратаря и пошли на последний штурм. Наброс на ворота и Егор Бабенко, тот самый, кто сравнял счет двумя днями ранее, снова оказывается там, где надо. Особенно показательна реакция комментатора. И гол! Ребята, это был гол. Нет, это был гол. Однако арбитры после долгих видеопросмотров шайбу за ленточкой так и не разглядели. В итоге тюменцы впервые в сезоне остались без набранных баллов. Хотя именно они открыли счет в матче на 15-й минуте. Денис Ячменев навязал борьбу в чужой зоне. Бабенко оказался тут как тут. Подхватил шайбу и отдал ее все тому же Ячменеву на пустые ворота. Легенда «Рубина» шанс не упустил. А Бабенко набрал уже 5-й балл со старта чемпионата, выйдя в лидеры спора бомбардиров. Не иначе по стопам отца. Провальным для тюменцев стал второй период. Хозяева взяли игру под свой контроль. Вдвое перебросали тюменцев и сумели выйти вперед. Сначала Данила Квартальнов, выкатившись из-за ворот, бросил в дальнюю девятку, а затем Денис Орлович Грудков в упор расстрелял Егора Назарова. Эта шайба и стала победной – 2-1. Выездная серия тюменцев только набирает обороты. В сентябре им предстоит еще 5 раз сыграть в гостях. Ближайшая встреча 15 сентября в Ханты-Мансийске с Югрой, жаждущей реванша за поражение в Тюмени на старте чемпионата. В деревне Кононовская Архангельской области стартовали всероссийские соревнования по лыжероллерам и кроссу. Старты открыл индивидуальный спринт классическим стилем. У женщин золотую медаль выиграла тюменка Татьяна Алешина. Для начала сибирячка показала лучшее время в квалификации, затем уверенно дошла до финала, где оказалась сильнее других спортсменок сборной России. Серебро взяла бронзовая медалистка Олимпиады 2018 Наталья Неприяева, представляющая Московскую и Тверскую области. Бронзовую награду выиграла один из давних лидеров спринтерской сборной России Наталья Матвеева. У мужчин золото и серебро взяли лыжники из Коми Алексей Виценко и Илья Порошкин. Столичный спортсмен Александр Чибис замкнул тройку призеров. Увы, не повезло тюменцу Александру Большунову. Четырехкратный призер Олимпиады 2018 в полуфинале сломал палку и из борьбы вынужден был выключиться. Воспитанники тюменского волейбола начинают все чаще мелькать в составах сборных России разного возраста, что говорит о том, что детские наставники на местах работать умеют. Однако без постоянного развития невозможно и совершенствование тренера. Поэтому клуб «Тюмень» на постоянной основе проводит семинары для специалистов, работающих с подрастающим поколением. Один из таких состоялся сегодня. Знание правил, знание техники, знание все это просто необходимо. И мы вообще хотели бы настроить наших детских тренеров, чтобы выработать единую тактику, технологию подготовки спортсменов. Отдельный момент – взаимодействие тренеров с судьями. В этом аспекте тоже немало проблем, особенно в детском волейболе. Вся проблема в том, что там очень молодые судьи, которые практически опыта не имеют. И поэтому мы пытаемся вот этот контакт и наладить взаимоотношения, чтобы они понимали друг друга, что не только тренеры учатся и учат, у нас еще судьи учатся. Программа обширна, и это при том, что длится семинар всего один день. В частности, перед тренерами выступили представители спортивной медицины. И, конечно, не обошлось без практикующих наставников, работающих с мастерами. Ознакомить наших судей с правилами по волейболу, потому что, я бы сказал, как будучи на наших мероприятиях, многие тренеры, даже и знаменитые, правила знать по волейболу очень плохо. Поэтому готовить к волейболу надо с раннего возраста. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте asnta.ru. До свидания.